Всем привет! С вами я, Александра, и это видеообзор куклы Monster High Jackson Jackie. Давайте посмотрим на заднюю часть коробочки, которая у нас сохранилась. Вот, это новая серия кукол идет, и коробка заднего вида вот такую форму имеет. Сверху мы видим надпись Monster High, Be Yourself, Be Unique, Be a Monster, их девиз. Чуть ниже логотип школы Monster High, имя мальчика, что он является сыном доктора Джекила. Под ним изображен сам Джекил со своим питомцем в ногах. И здесь также внизу изображены еще куклы, которые входят в эту серию. Рошель, Венера и Ребекка. Выше их идет анкета про него. Давайте ее прочитаем. Возраст 16 лет. Родители доктор Джекил. Убийственный стиль. Я люблю вязаные жилеты и классический стиль. Аккуратный, организованный и застегнутый снизу. Это может показаться немного скучно, но последнее, что я хочу в своей жизни, это громкого и яркого. Так. Причудливый недостаток. Моя двойная натура делает абсолютно невозможным быть абсолютно надежным. Нельзя сказать, что я не пытаюсь, но это похоже на полный ползучий побег. Или нет, я на самом деле выполняю все обещания, которые делаю. Питомец. Кроссфейд. Хамелеон. Он может менять свой цвет в любой ситуации и никогда не вызывать к себе внимания. Любимое занятие. Я на самом деле довольно спортивный. Не как оборотни, конечно, но мне нравится играть в баскетбол. Я имел в виду бочкбол и видеоигры. Любимая больная мозоль. Слушать громкую ритмичную музыку это делает так, что бы я терял мои кратковременную память и долгосрочное достоинство. Так, любимый урок. Сумасшедшая наука. Я не знаю почему. Думаю, что это течет в моей крови. Нелюбимый урок. Это не люблю физкультуру. Из-за игры вышибалы один раз в неделю. Любимый цвет. Желтый. Любимая еда. Макароны и сыр. Любимые друзья. Франкенштейн и Дьюс Гордон. Так, теперь давайте посмотрим, что шло с самим Джексоном. Если мы посмотрим сюда, мы увидим, что с ним шел вот такой вот дневничок. Вот почерк Джексона. Откроем, посмотрим стиль написания. Значит, пишется месяц и дата. Так. Также сзади дневничка мы увидим такую же анкетку. Так, открывайся. Такую же, как и на коробке. Только уже почерком самого Джексона. Теперь давайте посмотрим на его питомца. Кроссфейда. Вот такой вот зеленый хамелеон с закрученным желтым хвостиком. И видно, как он из зеленого меняется на желтый. Или наоборот. Вот такие вот у него лапки. Такая симпатичная мордочка. Черненькие глазки. Выпукшие такие. Вот такой красавец. Давайте посмотрим на его сумку. Перейдем к самому Джексону. Значит, на сумке мы видим значок инь и янь. Вот. Она открывается, такая зеленая. Сумка через руку, через плечо. Вот такая вот. Не маленькая сумочка, скажем так. Но туда можно что-то небольшое положить. С ним шла черная подставка. И сам Джексон. Давайте посмотрим на него сверху, скажем так. Начнем сверху. У Джексона коротко стриженные волосы черного цвета с желтыми прядками снизу. Они в этом Джексоне не налакированы, слава богу. Вот. Ну, правда, он такой немножко лохматый. У Джексона были очки. Давайте мы их снимем, посмотрим на него без очков. Вот. Обыкновенные очки в черной оправе.
Давайте на лицо Джексона посмотрим. На нем нет макияжа, только немного темные такие круги сделали. Телесного цвета возле глаз. И телесные губы такого нежно-персикового цвета. Над вот. Левым глазом у него сережка. Такие обыкновенные ушки. Такого Джексон. Давайте посмотрим на его одежду. Это желтая рубашка. Жилетка черного цвета. Получается в серо-зеленые такие кубики, квадратики. Все снимается на липучке сзади. На рубашке идет голубой бантик. Бабочка такая. Вот. Дальше мы видим серые брюки с серым поясом. Пояс пришит к брюкам. Вот. Такие легкие летние брюки. Тоже на застежке сзади. И его кроссовки. Значит, они голубого цвета, носок и подошва белого цвета. По бокам идут зеленые полосы и шнуровка белого цвета. Теперь хочу вам показать разницу Джексонов, которые вообще выпущены фирмой Mattel. А разница это в руках. Вот. Если мы посмотрим, здесь у него кисть сгибается. А у старого выпуска Джексона, то есть из серии Gloom Beach, сгибается только локтевой сустав. Вот. Сейчас новые куклы-мальчики из серии Monster High, у них сгинается кисть. Вот такой вот Джексон. Всем спасибо, с вами была я, Александра. Кому понравилось мое видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх. Пока-пока!